Нина! Пожалуйста. Братья-казаки, вот я смотрю сейчас на вас. Мы стройными плотными рядами стоите, подпирая друг друга плечом. И важно понимать, что 223 года назад, а мы сегодня с вами все на Тамане отметили эту дату, вот, наверное, точно так же наши далекие великие предки вступили на эту землю, неизведанную им и непокоренную. Это их были первые шаги, и они не знали, что их ждет на этой земле. Но они начали по ней свой путь. Сегодня вы продолжатели этого пути. Они были смелы и отважны, потому что нужно было иметь особую смелость и отвагу, чтобы, высадившись на неизведанной земле, покорить ее, обуздать, заставить служить великому казачьему народу. И они не знали не то, что их ждет через день, или через год, или годы. Они не знали, что их ждет вот за тем курганом. Пуля или сабля врага. Это были отважные люди. Они были смелы и понимали, что свою жизнь они были готовы положить на алтарь собственной свободы, собственной непокоренности. Их позвала Екатерина служить великой России. И они достойно выполнили эту миссию, этот долг. И сегодня еще раз подчеркиваю, вы продолжатели тех славных традиций, вы продолжатели тех людей, которые начали покорять и обуздывать эту землю. Мы сегодня живем на красавице Кубани, благодаря им, их подвигу. Что у них было? Хабари, авоськи, все, что можно было погрузить в эту ладью? Да ничего. Но у них было самое главное. У них была вера. Вера в Бога, вера в сотоварища, вера в семью, в свой народ и вера в эту землю. И вот это сделало их хозяевами этой земли. Их сделало великими, прогремевшими не только на всю Россию, но на весь мир. Казаков знают везде. И помнят, и запечатлены они в картинах и в кинофильмах. И вы сегодня их потомки. Так будьте их достойны. Вы живете в реальной жизни, все, кто здесь стоит. И на вас смотрит обычное население. Что на ваших плечах бремя и ответственность за эту землю, за этот край, за этот народ. И народ тогда вам отплатит добром и настоящим доверием. Он вас доверит все, что сегодня имеет, потому что в вас поверит. А если в повседневной своей жизни вы будете изображать казаков, но не быть ими, никакой народ в вас не поверит. И как бы мы сверху не навязывали, не навяжем. Народ невозможно обмануть. С народом нельзя заигрывать, с ним надо считаться. А вы есть та часть народа, передовая часть народа. Ощутите в себе это, собственную силу, собственную веру в себя. И тогда вера в народ вас еще будет сильнее, а вера народа к вам будет несокрушимой. Это надо себе в себе, в сердце. Осознание того, что вы и есть продолжатели великих и славных традиций великого казачества. Мы можем говорить без конца и бесконечно. Мы говорим о нашем обществе и о молодежи. Мы можем говорить и о определенном потерянном поколении. Да, 90-е годы были лихие, 1990-е. И сегодня мы имеем вот то общество, которое сегодня есть, но сегодняшнему обществу в 90-е годы было 7-15 лет. Но страна была на распутье, на перепатье. Мы не понимали, куда нам идти. А сегодня тем, кому 7-15 лет, это завтрашнее наше общество. И мы все с вами, стоящие здесь, ответственны за то, каким будет наше общество в 2030-м, 40-м и 50-х годах. Только уже этого века. Так давайте не сделаем так, чтобы наши дети, внуки говорили, что там тоже потерянное поколение, потерянное общество. Потому что я еще раз подчеркиваю, что сегодняшние мальчишки 7-15 лет находятся в наших руках. В нашем полном понимании того, что мы должны отдать им самое главное.
нашу духовность, традиции, самобытность, которую вы сумели сохранить. Я очень рад, что на самом деле сегодня здесь нас много. Сегодня вы не фольклорная группа, как кому-то хочется, чтобы так было. Сегодня вы организованное, сплоченное войско. Оно так и есть. Нравится это кому-то или не нравится. Хочется кому-то это или не хочется. Вы войско. Верьте в сами себя, что вы можете. Можете защитить свою землю. И еще раз, братцы. Кто бы ни подзывал, ни подбивал нас на то, чтобы разжечь национальную рознь, не ведитесь. Мы живем сегодня в нашем общем доме под названием Кубань. Разные вероисповедания, разные религии, разные национальности. Но сегодня хотим мы, не хотим, мы уже живем в нашем общем доме. И кому-то очень хочется, чтобы в нашем общем доме мы начали с друг другом биться. Схлестнулись вероисповедания, политические взгляды, национальности. Это хочется тем, кто там, за океаном. Потому что если мы друг друга перебьем, то защищать эту землю будет некому. Просто некому. И они этого ждут. Не поддавайтесь на это. Да, все народы, которые живут на Кубани, должны жить во взаимном уважении. А чтобы нас уважали, конечно, мы должны быть сильными. И тому пример ваши сборы. Мы сильные, но мы уважаем все народы, живущие на Кубани. А раз мы сильные, уважать будут и нас. Того вам и желаю. Я хочу на самом деле вас поздравить с тем, не со сборами, а с тем, что вы опять вместе. Опять в одном строю, опять плечом к плечу идете по этой дороге жизни. И пока вы этой одной шеренгой, никто вас никогда не свалит. А если вы начнете отделяться, поверьте, все поодиночку попадаем. Так устроена жизнь. А вот шеренгу свалить невозможно. Ну что, с праздником, друзья, ваших... Праздник. Все вместе.